Всем привет! Сегодня мы с вами сварим борщ со свеклой без томата. Нам понадобится помимо свеклы лучок, морковочка, капустка и картошечка. У меня уже здесь кипит курочка домашняя. Я туда бросила луковичку. Курочку домашнюю я варю приблизительно 2,5-3 часа, чтобы мяско было хорошее. У меня здесь варится спинка куриная. Кастрюлька у меня 3-литровая. После того, как бульончик у нас сварится, мы его обязательно будем процеживать. А пока варится наша курочка, мы сейчас подготовим все остальные продукты. Первое, что мы ложим в наш готовый бульон, это картофель. Поэтому мы нарезаем его первым. Нарезаем мелким кубиком. Резанный картофель отправляем в мисочку с водой, чтобы он не потемнел. Заранее, в общем, подготовим все. Так, нарезаем второй. Картошечка у нас готова. Теперь подготовим капустку. Она пойдет следом за картошечкой. Капустку можете нарезать, как вам больше нравится. Длинненькую, квадратненькую, помельче. Я вот так вот длинную соломку режу, а потом ее еще вот так ножом проделываю. Пока у нас варится картошечка, мы подготовим лучок с морковочкой. Лук нарезаем. Морковь потрем на терке на крупной. Ставим сковороду на газ. Включаем газ. Наливаем сюда немного растительного масла. Буквально вот прям чуть-чуть. И отправляем сюда нашу морковочку и лучок. И обжариваем. Далее мы с вами свеклу, она у нас сырая, мы ее не отваривали, просто очистили, и мы ее будем тереть на крупной терке. Свеклу мы потерли и добавляем немножечко лимонного сока в свеклу, прям вот так вот несколько взбрызгиваний. Если у вас нет лимонного сока, взбрызните свеклу слегка 9% уксусом. Капустка наша сейчас закипит. Когда капустка у нас закипает, мы следом отправляем туда нашу сырую свеклу с лимонным соком. Вот капустка уже закипела. Отправляем сразу же после закипания свеколку сюда. Вы можете также свеклу отварить предварительно. Тогда ее будете отправлять уже в готовые щи. За 5 минут до приготовления щей можно будет уже отправлять свеклу, если она отварная. У нас свежая. Перемешиваем.
И теперь нам осталось сюда отправить наш лук с морковочкой обжаренные. И будем варить до готовности капусты. Так как картошечка уже, в принципе, готова, мы ее очень мелко порезали. Осталось только дождаться, когда сварится капустка. И можно выключать наши щи. Так, щи со свеклой уже кипят. Отправляем сюда лучок с морковочкой. Варим борщ до готовности капустки. За 5 минут до приготовления добавим зелень и чесночок. И, конечно же, специи по желанию. Я добавлю петрушку, укроп мелко измельченный и 2 зубчика чеснока. Вот смотрите, наши щи уже прокипели 25 минут. Капустку я уже попробовала, она готова. Цвет у нас насыщенный, но не настолько. Когда наши щи постоят после выключения под крышечкой, они поменяют цвет и будут темно-красные. И сейчас пришло время отправлять сюда нашу зелень и чесночок. Я еще добавлю лаврушечки. Буквально 2-3 минуточки кипятим и закрываем крышечку и выключаем газ. Вот, посмотрите, получились какие щи, цвет насыщенный. Еще они постоят, будут намного темнее. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, готовьте вместе со мной. Всем пока-пока!